Муфтия Дагестана поддержала объявленный Владимиром Васильевым конкурс управленцев «Мой Дагестан». Позицию религиозной организации озвучил помощник муфтия Дагестана Мухаммед Магомедов. Он отметил, что власть заинтересована, чтобы в регионе на управленческих должностях были компетентные люди, которые душой переживают за будущее своего родного края. При этом добавил, что данный конкурс является реальной возможностью для каждого внести посильный вклад в новую историю Дагестана. Если вы верите в себя, свои силы, свою порядочность и профессионализм, примите самое активное участие в республиканском конкурсе управленцев «Мой Дагестан». Чем больше таких людей будет управлять делами в селах, городах, административных органах, тем лучше станет наша жизнь и жизнь наших детей. Это реальный шанс для каждого дагестанца принять участие и внести свой посильный вклад в новую историю самого южного региона России. И уже благодаря вам мы увидим самую лучшую республику нашей страны. Напомню, желающим принять участие в конкурсе управленческих кадров «Мой Дагестан» необходимо оставить заявку на официальном сайте проекта www.moi.dagestan2018.rf. Внимание, прием документов идет до 29 июля. До окончания приема заявок осталось 10 дней.